Здравствуйте, Денис. Меня зовут Задорожная Ольга. Я брала у вас пакет Silver. Соответственно, прошла 6 уроков. Курс понравился. Первоначально были сомнения, не будет ли это больше воды, чем сути. Первый урок, особенно когда было очень много мотивации, было немножко страшно, хотелось конкретики, хотелось, чтобы сразу много всего дали, чтобы сразу со всем этим работать. Но со второго-третьего урока я уже поняла, что я очень мало знала в вопросе недвижимости. Конечно, какие-то знания у меня есть, но, как оказалось, они были недостаточно глубокими. Спасибо вам за урок, за наши семинары. Группа была прекраснейшая, спасибо вам за это. В принципе, я хотела бы, конечно, думала, что все-таки дойду дальше, проплачу дальше курс. У меня был только пакет Silver до Gold, до VIP, но ситуация внесла свои коррективы. Спасибо большое. Думаю, что буду еще к вам обращаться. Говорили девчонки, что вы еще будете проводить какой-то дополнительный онлайн-семинар. Я надеюсь, что все-таки после кризиса, который пройдет. Конечно, каждый раз спрашиваю ваше мнение, как вы реагируете в той или иной ситуации, как вы что видите. Было интересно слушать вашу точку зрения, как вы решаете тот или иной вопрос. Поразила ваша смелость в отношении бизнеса. Мне нравится то, что вы в каждом времени видите только свои плюсы, в каждой самой сложной ситуации никогда не бойтесь отступать. Понравилась ваша мысль о том, что даже если другие отступили, ты должен идти. Дорогу осилит идущий. Спасибо вам за все. Я действительно буду следить за вами, буду ждать продолжения с нетерпением. Спасибо вам. Надеюсь на встречу в Киеве.